Шолохова 9. Тут как красиво. Тут цикорий расцвел уже в полный рост. Трава по пояс. А это дом Шолохова 15. Вот между этими домами вот такая красота. И это каждый год. Каждый год. Время кончился июнь. Уже июль, пора бы косить раза два, здесь три. Здесь еще ни раз никто не косил. Такая красотища. Зачем ходить в магазин за цикорием? Бери лопату, приходите, копайте корешки. Вот сколько их здесь. Много этих корешков. Короче, аптека. Целая аптека. Это весь Куйбышевской, Куйбышевский говорю. Это весь Орджоникидзевский район в траве зарос. Ау, администрация, вы где? Здесь то же самое. Перед садиком. Вот для сравнения. Он перед садиком. Выкошено все. Видно, да? А тут... Ой, молочай какой хороший. Вырос посередине. Березка скоро, скоро березку перегонит. А, еще дорогу одну сейчас покажу. Вот тополя. Тополя, тополя. Все в пуху. Вон там тротуар есть. В середине. Перед тополем. Вон тем маленьким, который ближе к дому. Да и так видно. Шахтеров 30. Какой репейник хороший. Вон сколько репешков. Кому лопухи нужны? А теперь уже все, никому ничего не надо. Надо теперь осенью копать. Ждать надо осени, когда репей вырастет. Сточная канава какая-то. Здесь она вечно забитая была. О! Вот такой бардак. Администрация города. Обратите внимание. Где ваши нукеры? Присылайте их сюда с пилами. С бензопилами, с косилками. Везде так. Это идем ближе к Шахтеров. Подходим к улице Шахтеров, к проспекту Шахтеров. Если вот здесь все убрано, значит, оно убрано. Если здесь бардак, то он есть бардак. Братьев Сизых такая же. Улица Братьев Сизых, все заросло. Смотреть страшно. Пожалуйста. Шахтеров 26. Юридическое агентство рядом.
А напротив вот так. Ждем, какая будет реакция. Ау! Вот где автобус стоит, там трактор косил на роторной косилке. Там тракторист какой-то не такой. Он еле-еле там ездил. А сюда что не заехал? На той стороне тоже ничего не выкошено. Это уже после шахтеров. О, банк ВТБ. Братья Сизых 9. Бордель. Здесь тоже цветочки выросли. Лекарственные, главное дело. О, донник белый, донник желтый. Лопухи где-то должны быть. Вот они, лопухи здесь. Морковник. Что еще тут нужно? Ой, как красиво. О, лопухи какие. Их уже никакая косилка не возьмет. Четко. Орджоникидзевский район. Вообще ничего не убирается. Администрация, ты где? Кто за этим должен следить? Я, что ли? Всем литовки в руки, в рукопашную, всех выгнать сюда. Я бы скосил, но я больной. У меня сердце больное. Не могу смотреть на этот бардак. В рост машин трава. О, какие заросли красивые. Хоть показывай, хоть не показывай. Всем по барабану. Никакой ответственности никто на себя не берет. Никому не стыдно. Здесь то же самое. Братья Сизых 9А. Салон оптики, офтальмологический центр. О, какие буераки. Здесь прокос только сделали от забора и все. Там Шолохова 15, такой же бардак. Бардак в городе. Братьев Сизых. Вот так вот косят. Безобразно. Лопухи не берет уже. Надо все вовремя делать, господа хорошие. Вот они, лопухи стоят. Не срубили их. Не вовремя. Надо косить, здесь уже было второй раз или третий. Они тут еще первый раз только прошли. И то, как попало. А здесь не доделали, бросили.